И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Dragon Age Inquisition и мега-замок впереди, где нас, скорее всего, поджидают авары, которые нас почему-то не любят. Ну как почему? Мы типа бросили вызов их богам, все такое, поэтому, ну не совсем так, но ну, вы поняли. Если вы смотрели предыдущие серии, вы поняли, что происходит между нами и ними. Поэтому живыми они не уйдут, скорее всего. Если я сейчас не спрыгну куда-нибудь в адские глубины. Тихо, господи. Женщина, угомонитесь. Держите себя в руках. Замечательно. Так, что-нибудь хорошее? Что это? А там что было? Где? То же самое, господи. И вот, не, вот как вот? В какую сторону бежать? Налево или направо? Тут вроде ничего. Причувствую жопу, поэтому с самого начала. Какая прелесть. Очень воодушевляет, не правда ли? Вон стоят, уже ждут. Красавчики. Побухти мне. Жаль, нельзя как в Обливию не запрыгнуть на люстру. Ну, кто смотрел, тот понял. Так, дяденька, я, конечно, все понимаю. Сосредоточения немножко не хватает. Кол, учись. Молодец. Бей. Жирный, слушай. О, еще там подгревает. Я же нажала кнопочку. Господи, как хорошо, что теперь не нужно ждать, пока зелье, знаете, восстановится. Пьешь сколько тебе надо, и все. Так, на том, как говорится, спасибо. Так, у меня вопрос дня. Ой, ебкарный. Успей, успей, спасибо. Так. Товарищ Кассандра, вы не могли бы как-то, может быть, сагрить это чудовище бородатое? Потому что Кол немножечко все. Вы успеешь уйти. Пожалуйста. Блин. Ладно. Ух ты ж, ёпперный. Ну это сейчас очень плохо, на самом деле. А, твою мать. Прям большую толстую. Черт. Все, жопа. Чувствую, с первого раза у нас ни хрена не получится. Так, не надо. Я жить хочу! Солос, беги, спасайся. Так, а вопрос дня. Как бы так воскресить всех и не помереть? А, так, товарищ вестник Андраста, не могли бы вы как-то... Так, что я могу? Я вообще, если честно, ни хрена не могу. Я предлагаю валить куда-нибудь на возвышение и оттуда всех ковырять. Так, Солос, Солос, не надо, стой. Вот не умеют они, не умеют они ничего делать. Черт. Вот понимаешь, да? Ай, твою мать. Нет, нет! О, спасибо, спасибо, спасибо. Только не уходи, товарищ. Товарищ вестник, не надо. Как ты там оказался? Ты только что тут был. Ой, твою мать, как я тебя ненавижу иногда. Игра, что ты делаешь со мной?
Так, они отвлеклись. Почему? Не то, чтобы мне это было сильно важно. Агр. Агр есть. Черт, плохо. Лови, тварь. Я очень сильно сомневаюсь, что мы их всех тут замечательным образом завалим. Но, как говорится, попытка... Мать её, не пытка. А смотрите, он не выходит за пределы своей домины. Из домика-то выходить не хочет. Там потому что дружбаны его. Ха-ха, лох. Вот так вот два эльфа обхитрили Авара. Прям можно целую эту самую, как сказать, ну не басню. Хотя да, басню. Так, главное, чтобы меня сейчас не грохнули, как это вот, скорее всего, и произойдет сейчас. По закону подлости. Солос. Солос? Сейчас вам весело будет, ребят. Классненько, да? И они все там умерли, что ли? Господи. Вовремя воскресил, ничего не скажешь. Ну, это было забавно. Поучительно, я бы так сказала. Так, господи. Так, где эта точка? Знамя серых стражей. I think Blackhall would have liked to have been here for this. Это да. Так. Господи, столько шли и так быстро завалили. Хотя были близки. Ой, здравствуйте. Напугали дураки. I dealt with the... Solas, what do you think this Corypheus actually is? A darkspawn, as he appears. But what of the orb he wields and the dragon he commands? This is no ordinary darkspawn. His true advantage is the red lyrium. It is corrupted by the blight, as he is. Thus he taps into its power twofold. Whatever he was before, that is what makes him dangerous now. Ладно. Ну, вообще, вышло неплохо. А мы можем как-то обжить эту крепость, Кассандра? Было бы неплохо. Ну, смотри-ка. Старые все лица. Your god looks after you, Herald. There lies the brat. His father, chief of our holding, would duel me for the loss if he cared enough. The Inquisition has a purpose your chief lacks. Is this why the Lady of the Skies led me here? To help heal the wounds in her skin? Aye, I'll join you. Let me make peace with my kin and I'll find where you set your flag. Замечательно. Должен был в грудь ударить, и не получилось. Анимация не прошла. Ой, господи, упоротость. Естественно, почему? Потому что мы эльф. Ну, потому что руки парящие там над животом, вместо того, чтобы лежать на нем. Всякое такое. Так, эти артефакты я не возьму, потому что пока ну никак вообще. Так, вот я хочу сюда, на самом деле, смотаться. Знаете, прям выйдем и тупо по воде вот прям побежим. Уж наплевать. Суд над заключенным. Я даже догадываюсь, какой. Один из самых угарных, по-моему. Так, ладненько. Пока что главное выйти отсюда, там видно будет. Угарный, не угарный. Все-таки я надеюсь, что... Так, ворота что-то закрыты. Какого хрена?
Ну это. Где они тут открываются-то? Там рычаг вроде открывала вот эти, а вот эти что открывает? Ой, да какая разница, сейчас выпрыгнем и все. Хотя нет, если потом нужно будет внутрь. Так, подожди. А, ну во. Перелезнем. Ой, вас там тут много, слушай. Ох, красота. А можно... Ну, как-то я типа кидаю. Но не могу нажать. Обидно. Тупо. Ну ладно. Так, мои внизу... Переключились, хорошо. Не уходи, постой, подожди. Так, не долетает все, печально. Не родится, что я не помру! Так, ладненько. Я думаю, они там справятся как-нибудь. Нет, река? Нет, есть. Оп! Прости, прощай. Не заметила. Соус, да. В этот раз, да. Ёперный театр. Чё-то вас как-то многовато, ребят, вам так не кажется? Так, предлагаю отгрести и потом кинуть ему. Да что ж такое-то, а? Почему нет-то, ну? Господи, нужно прям вот атаку завершить, пока он еще и заниматься выйдет. Бесит. Что-то как-то на них осы, по-моему, никак вообще, да? Я только сейчас заметила, это не надо так делать. Иногда рикошет просто помогает определить вообще, сколько врагов тебя впереди ждет, потому что он отфутболивает от одного и куда-то там бежит вперед. Все дальше и дальше. Даже туда куда-то не ожидал. И тут с них даже ничего нет, господи, обида. О, не-не-не-не, дядя. Не надо так. Ой, ты, господи, боже. Отвали, слушай. Давай, давай, давай по-хорошему. Что это было? Бывает. Все? Господи, наконец-то. Из них нет лута, что за хрень? Ладно. Где мой мостик? Что-то на него похожее. Так, там призрак. Я не хочу к призраку, отстаньте. Господи, отстаньте, ради бога. Можно я вот так? Че, чихнул? Ой. Так, ребят, выходим из боя. К черту их всех. Где был мостик? Это не совсем то. А, вот там, вот тут он был. Так, вот точно туда дорожка ведет. Го.
Прости, Коул. Ты сам видишь, это место нельзя проигнорировать. Черт. Так, выход нафиг из боя. Угу. Так, вы внутри? Внутри. Там дальше сами разберутся. Так, и там еще ребята. Давайте сперва этот дом осмотрим. Так. Солдатик. Ох, хоть бы что-нибудь хорошее. Как всегда, короче. Так, ну-ка. Ну, естественно, в последнем доме, да? Там. Так, бумажка. Каспар Великолепный. Король Каспар Великолепный застал сотню и 27 зим, прежде чем наконец ушел на вечный покой в подземельях. Сотню 27, охренеть. В подземельях нашего великого королевства. Даже в тот последний день король фехтовал со своим правнуком Матаесом. Матасом блистательным и победил его. В своем почтенном возрасте король Каспар, почти как Гаспар, не проявлял никаких признаков слабости или немощи и являл собой пример для множества молодых. Каждый удар Господи, имя-то какое! Матаса Каспар отбивал, ударяя в ответ с удвоенной силой. В конце боя великий король повалил правнука на землю и одним взмахом меча сбрил ему бороду. «Ты Пентагаст», — сказал король, — «следи за собой». Получив выговор, Матас послал за слугами и велел выкупить себя, выкупать себя и расчесать. После этого он навсегда обережно брил подбородок. Он всегда, точнее. Что до короля, тот удалился в свой покой на послеобеденный сон. Когда настало время ужина, слуги не смогли его разбудить. Так король Каспар Великолепный, 60 лет правивший Невары, наконец передал престол наследникам. Пентагасты. Ты ничего не хочешь сказать по этому поводу, Кассандра? Нет? Амулет силы, кстати. Так. Записка от Луиса Дайера. Элли, деревня небезопасна. Гин видел рогатых тварей в тумане недалеко от замка. Мы с дядей переводим припасы к гранитному мысу. Как только там обустроимся, я сразу вернусь за тобой и твоей мамой. Будь осторожнее. Ты у меня единственная двоюродная сестренка осталась. Луис, и мы его труп находили. Короче, по ходу дела не выжил никто. Потому что вот этим зомби, видимо, была вот эта Элли. Ну, как я понимаю. Драконья моча. Тенские бутылки. Скорее всего, это просто название, но доподлинно неизвестно. Действительно. О, бритвочка. А, нет, это вручная. Я уже губу раскатала. Так, ну не зря зашли. А вот тут вот что тогда? Сейчас давайте вот здесь вот так вот пройдем, завершим, так сказать, локацию. И к тому, к быстрому перемещению смотаемся. Угу. Ой-ой-ой. Господи, Кассандра напугала, дура. Я думала, ты зомбарлой. Знаете, когда иногда анимация вот этого выстрела, который с сердечком, не работает, и мой персонаж может ходить, но при этом он находится как бы в подготовке выстрела. Удобно. Вообще, конечно, то, что ему приходится прям присаживаться, такая долгая анимация прям немножко бесит. Неужели нельзя стоя так выстрелить? Зачем присаживаться-то? Потому что... Это все нормально с ним будет. Он такой, он нормальный. Он справится. Что-то их много, кстати.
А, поздно питаться. Так, Соус, у тебя все плохо, ты знаешь об этом? Так, все, в воду больше не заходим. Потому что иначе Соус у меня откинется. Так, я свернула. Ладно, не важно. Давайте вот сюда. Не, надо было, знаете, что сделать? Надо было в лагерь телепортнуться. Просто я хочу посмотреть, что тут. А если там будет вода? Да господи боже. Вообще теоретически... Вообще, конечно, зловеще выглядит. Так, воду-то я вижу, но... Насколько... О, у нас вылечил. Ум, быстрое перемещение лечит. Прелестно. Кто ж знал? Минус, отлично. Хотя, смотрите, кстати, эти согрелись только когда я в воду зашла. Я могла переключиться на кого-нибудь из наших, кто стоял уже на этом берегу. Я так понимаю, они бы не вылезли. Ну ладно уж, что. Опыт. Скоро, кстати, 13-й вал, это очень хорошо. Так, что-нибудь тут есть хорошее? Помимо травки всякой. Ну, теоретически, мне кажется, вот в той стороне что-то может быть. Я, кстати, знаю еще одно место, где можно найти всякое разное. Но, наверное, мы туда не пойдем. Хотя, почему нет? Пока мы тут, доделать уж дела. Чтоб сюда больше потом не возвращаться в Алпсте. Ну, либо за кровавым молотосом сюда, в одну харю приходить. Чтоб не собирать все это на запись. Даже если здесь будут зомбарылы, в принципе, в инвису иду, да и все. Так, подожди. Во, смотри, что нашли. А, ну это же... это же мельничка. What is it, Cole? Why the odd looks? Light pastry with blueberries. Sticky on your fingers. Small hands reaching as Anthony tears his in half. But when you got to the kitchen, they were all gone. Ah, yes. They are delicious. But do not last long. I could get you one. The cooks don't see me. Just because they don't see you doesn't mean it isn't theft. Ой, прям такое воровство. Просто пришли, покушали, не знаю. Что, теперь с кухни нельзя ничего брать? Это крепкая мельница, довольно старая, но сохранилась хорошо. Очень-очень содержательное описание. Так, в крест вот мы пойдем потом с Хоук разбираться и вообще... Это... Так, внутри, я так понимаю, нас вообще никак не пустят. И чё сюда шла? Чисто за ориентиром? Ну ладно. Уи. Спокойно. Слушай, подожди, а мы можем телепортнуться поближе к... Да, мы можем. Мы очень даже можем. Вот тут вот просто есть еще место, куда можно было бы сходить. Там на бережке есть лагерек. Можно обшмонать. Так. Слушай, а вот это что такое? Синее. Видите? Точка какая-то. Что такое? Фиг вы поймешь. Так. И вот туда. Тинг. Господи, как нам все-таки повезло, когда мы закрыли здесь этот самый разрыв? Прям вот миллиметраж. Еще по чуть-чуть и все. И прилетело бы. Но нет. Ха-ха-ха-ха. Так, вот тут был проход, в который мы не ходили. Надо было сразу, кстати, сюда сходить, но... Там поздняк уже был метаться. Так, кстати, действительно, последний бережок вот этот вот и все. В принципе, мы тут все собрали, но не считая артефактов этих серых стражей. Но... Мы не сможем пока взять, потому что, я повторюсь, у нас нет искусных ручек. О, кстати, перемещение, оказывается, еще и эти восстанавливает. Кто же знал-то? Надо запомнить.
чтобы каждый раз в лагерь, знаете, не возвращаться. По мелочи, по всякой. Так. Слушай, не иди к нам. Мы тут заняты, у нас свои дела. Да, господи. Так, всякое разное. Не хочу в воду сходить, это опять согреться. Так, что у нас тут? Заметки о звездах. Краткие беглые заметки увесистым почерком. Сегодня Луна взошла на несколько минут позже, чем неделю назад. Выходит, она движется не так, как звезды. Это потому, что расположена ближе? Вилтон показал мне еще одну звезду в южной четверти неба, рядом с одним из тевентерских созвездий. Звезда очень слабая. Хорошего парнишки зрения. Надо на следующей неделе взять его с собой, когда снова буду проводить наблюдения. В той книге, что я нашел, оказались вовсе не графики, а изображения другого неба. На севере звезды не такие, как здесь. Астролог тут какой-то. Господи, что такие звуки страшные издаешь. Так, нет, стоп, вода. Не хочу. А, все равно придется зайти. Здрасте. Чувствую, астролог сильно, как бы, не это самое, долго не пожил в этих краях. Заметки о звездах. Эту записку писали увесистым почерком, но дрожащей рукой. Вилтон. Я наблюдал за небом, когда услышал крики со стороны старого замка. Побежал к воротам, а там в тумане увидел рогатые фигуры. Скажи всем, что не болен, кто не болен чумой, чтобы уходили, а сам приходи на южную тропу. У меня в королевском разъезде живет кузина. Можем пока пожить у нее. Гин. Собственно, печально все закончилось. Стрелой прошили. А вары, чтоб их... Так, как-нибудь эти... Так, что там впереди такое? Ну, ладно, все равно в воде, господи, что толку-то? Ныкаться-то от них. Хозяйка небес. Ну, собственно, та самая хозяйка небес, про которую Авара говорили. Мы, в принципе, про нее читали еще в Origins, не вижу смысла повторять. Кто-то тут шахматы играл. Или некое их подобие. Так что... О, тяжелый доспех стража. Блин, и опять он не... Ой-ой-ой. Он все равно хуже, чем то, что у нас. Подожди, хоть посмотреть... Красненький почему-то. Они же синенькие должны быть. Ну, вот этот шлейфик. Ты не достойна, Кассандра. Ты не серый страж. Чё у нас, кстати, тут? Сколько фигни набрали? Вот число. Шляпу, кстати... О, шляпу, господи. Шлем стража мы носим. Но это же шлем. Шляпа убийцы. Так, кол. Это тебе. А чем она лучше? Да не сильно лучше, я бы сказала. Ну ладно, это все-таки твое, твоя шляпа. Так, насыщенный вид. Вот этот убрать. Что там, кстати, про оружие? Может, мы что нашли? До свидания. Посохи. Фигня. Туда же. С луками тоже все очень печально. Все плохо. Че не находим? Все фигня. Так, подожди. Где? Что-то гнусавлю, да? Совсем как-то. Господи, прошло горло, начался насморк конкретно. Это все, что я могу сейчас. Че за фигня такая? Ну ладно. Главное, чтобы это все прошло к моменту, когда нужно будет записывать финалку. Это самое главное. Так, уйди. Лайдзе по-хорошему. Следующий. Так, еще один лагерек.
О, господи боже. Молния! Охренеть, чуть в голову не попала. Это было так близко. Мне кажется... Ох, красота. Мне кажется, молнию я бы не пережила. Потому что разрыв... Блин, черт, хотела скриншот сделать. И вот не успела на миллиметрик. Сейчас бы такое просто, знаете, как это сказать... Попадание бы просто было. Ну-ка, давай еще раз. Тюкни куда-нибудь в землю. Пожалуйста. Я хочу мега красивый скриншот. Да? Сейчас пока двигать буду камеру, что-нибудь случится, как всегда. Ай. Так. Ничего тут, ничего? Ну да ладно. О, смотри, что-то есть. Хотя, подожди, мы тут были. Мы уже вернулись, господи, я даже не заметила. Подожди, это не все. Там, по-моему, еще что-то должно было быть, не? Так, выход из боя. Подожди, там на этих полях еще что-то должно быть. Вроде бы. Не может же все вот так закончиться. Просто по колено, ну, даже не по колено, по груди в говне. По-моему, что-то еще тут было, не? Туалет? Да нет, этих вон ходили уже. Ах ты ж сволочь, мальчика трогаешь. Бедный ребенок. Пусто было. Никто не будет трогать моего кола. Прелестно. Не, ну получается, что все. Мы тут все посмотрели, вроде бы. Тут все есть, там все есть. Хотя, может быть, я могу переместиться? Да. Сейчас от лагеря посмотрим, что справа. Вот прям справа. Кто тут подальше есть? А там, потому что там тропинка какая-то. Или мне кажется. Да нет. А на карте как будто бы есть, да, смотри. Ну ладно. Тогда все. Уходим. Можно вернуться в Скайхолд для начала. Сейчас зайдем в ставку. Посмотрим, что у нас там по заданиям. Кто там готов уже, кто не готов. Может быть, Лилиану отправим, кстати, за ресурсами или кого там, кто свободен. Потому что мне нужны ресурсы. Мне нужно шмотки ваять. А все бегать самостоятельно, собирать я рехнусь. Хотя, знаете, это хорошо, когда вот прям хочется поиграть, но не хочется именно записывать. И при этом нужно что-то полезное сделать вроде того же... Вроде того же сбора ресурсов. Поставил что-нибудь, какой-нибудь летсплейчик на фон. И вперед. Хотя сейчас смотреть вообще нечего и не у кого. Печально все это. Раньше. А, кстати, да. Давай. This was a surprise. After you return from the bogs, we discover this man attacking the building with a goat. Chief Movran the Under. He feels slighted by the killing of his Avar tribesmen, who repeatedly attacked you first. What should we do with him? Where should he go? Козы.
Why is this an issue worth presenting? A courtroom? Unnecessary. You killed my idiot son. And I answered, as is my custom, by smacking your holdings with goat's blood. Don't look at me. No foul. He meant to murder Tevinters, but got feisty with your Inquisition. A red-headed mother guarantees a brat. Do as you've earned, Inquisitor. My clan yields. My remaining boys have brains still in their heads. Вооружитесь, значит, Винтер. Пусть убирается из моих земель. Может, в эту позорную клетку? Да нет, давай в Тевинтер. It seems our conflict was accidental, Chief Movran, but it can't be repeated. I banish you and your clan, with as many weapons as you can carry, to Tevinter. My idiot boy got us something after all. Ну, в принципе, я первый раз выбрала этот вариант. Я не вижу смысла его менять. Меня он полностью устраивает. Хлафо. Я только что, знаете, заметила, что на мониторе все-таки присутствует какая-то точка, и я теперь не могу понять, это грязюка или это все, или это пипец настает монитору. И если это пипец настает монитору, это очень печально. Чертова кошка! Так, вот чё она повадилась на стол лезть, никогда не лазила, а тут вдруг приспичило так, что прям аж сворачивает монитор. Чё за хрень такая? Господи, я надеюсь, что это просто грязюка. Потому что если эта точка будет расползаться, это будет все очень печально. Так, ладненько. Чё у нас тут? Где мои доклады? Так, вот, кстати, батальон. Марш-бросок прошел без происшествий, однако надежный источник сообщает о череде закрытых совещаний среди вершильской знати. Несколько полезных персон прислали дипломатических представителей. Возможные будущие выгоды заманчивы. Только сыре это не говорите. А чей это? Что она оказалась права? Так, мне казалось, у меня двое сдали отчета, нет? Ресурсы. А давай. Рассветный лотос вперед. Alright. Так, слушай, а кто чем сам занят-то? Я не могу понять. Выполняется сколько еще? 47 минут, господи. Ладно, допустим, и тут. А это ты, господи. А где Лилиана? 38. О, не скоро. Окей. Ну, в принципе, что я могу? Я могу, кстати, залететь в подвальчик к нам, туда, в кузницу. У нас там чаровница какая-то, чародейка прибыла. Надо бы с ней поговорить. Что она может нам предложить? Инквизитор? The Arcanist has arrived. You should see for yourself. Какая красота! Выглядит очень дружелюбно. И чё? И где? Hello there. Узнаёте? Дагна. Та самая Дагна. Гномиха, которая, помните, хотела учиться в круге. И мы, в общем-то, обеспечили ее этим.
You're the magical advisor. Oh, you're him. The Inquisitor. I'm Dagna. Arcanist Dagna. It's an honor, your worship. Is that it? The hand anchor mark? It's pretty. The breach was pretty, too. In a destroy everything sort of way. I welcome you to the Inquisition and look forward to your contribution. Me too. I've heard some impossible things. I love impossible things. Those are the best to make, well, possible. I've looked at Harrod's devices. The precision is fantastic, but typical. Mundane. Old thinking. This what now? No disrespect meant to the classical trades, but you need a new perspective. I've made adjustments. As long as I keep making them, you can craft just about anything. Almost safely. Where does a dwarf go to study magical theory? Get out. I asked myself that question for years. Turns out, not in Orzammar. I had to start at a circle. I had help, though. A Grey Warden, and I am forever grateful. With that sanction, I visited a half dozen circles. The wonders I've seen. And with an objective eye, I can spot where they overlap. That's a surprise for every teacher. It's a grand tradition, and it works so well with new thinking. You seemed impressed by the anchor. What does it look like to you? I heard what everyone says what you heard Corypheia say. That's a long chain of who said what. To me, it says key. But keys do a lot of things. Open, lock, switch. Some open one thing, some open everything. It sounds like Corypheia's made it to open. But it looks like you can use it to close. It may be that simple. It sure is pretty. Wish I could see through it. You were quick to join the Inquisition. Is there something you want? How could I waste a chance to get close to you? And Corypheus? My goodness! And actual physical rifts in the Vale? Also, dwarves? We don't dream. So, when mages talk about it, I can only... well... dream what it would be like. So there's that, and all the things you'll probably find, and what I'll get to make. The rules are different here. Plus, you're paying me a lot. Like... wow, so much. You mentioned a Grey Warden who helped you start your studies. Not any Grey Warden. The Grey Warden. The hero of Ferelden is a hero in Orzammar, too. I mean, he was from our royal family, so of course. It's incredible that someone like the hero of Ferelden would stop to help the little people. Literally. You gave up so much, left your home. Was it really that amazing? Yes. I left my home and my family, but I knew... I just knew I could be more than a smith. I wish my people weren't stuck in the past, and I regret that my father couldn't imagine another life for me. But I don't regret what I did. The Warden affected you in a special way. Talk to anyone, they'll say the same. It was a dark time. There was one light. He saved us. Saved me. Your years of study have paid off. Oh yes, the mages said I brought a valuable perspective. I've even presented my work to the College of Enchanters. I wanted an exchange. The surface could learn about lyrium smithing and Orzammar would gain knowledge of magic. But now there's no college. And so far as the Shaper is concerned, I'm castless. So you're getting my best work, Inquisitor. Let's make some great stuff. All right, rein it in. You have work to do. Right, sorry. I get carried away when I think of it. Ready when you need me. Ну что я могу сказать? Давайте посмотрим по поводу зелий, чем мы там можем улучшить, если вообще можем. Не можем. Тоже не шибко. Печально. Хорошо, что с настойками? Во, яд мы какой-то нашли, помните, кровавый лотос. А, еще сюда кровавый лотос, давайте бьетесь. Чё делает? При следующих трех попаданиях цель будет поражаться ядом, нанося 44 единицы урона в секунду в течение 15 секунд. Охренеть. Яд наружу будет эффективен в течение 10 секунд. Вот это классно.
Так, антионский огонь. Черт. Ну хоть что-нибудь-то дай. Да что? Чё ж визит кровавый лотос дурацкий нужен? Бесит. Так, специальная доставка, что-нибудь новенькое. Посох Айдена, клинок Тюны, меч Чариса. Ну, почти как Чака Норриса, только Чариса. Суммировали. Господи. Я прям-таки даже и не знаю. Вот этот клинок Тюна, он, конечно, прекрасно выглядит. Смотри, прям из красного лириума как будто сделан. Может, и сделан, кстати. Красный лириум распространяется безжалостно и неотвратимо, но хотя зараженным жертвам часто уже не помочь, есть способ обратить павших врагов против их господина. Может, это чересчур прагматично и на грани с ночным кошмаром, что сразу же выдает работу неподражаемой чаровницы Дагны. Отчасти из-за качества чара, отчасти из-за того, что Дагне, как и всем детям камня, нет нужды беспокоиться, как сомнительные, но необходимые эксперименты скажутся на ее снах. Но список имен она ведет, если говорить об уважении. Так, и какой тут уровень? Вообще раздолье. Кол, у тебя праздник сегодня. Я тебе отвечаю. Так, это все, конечно, замечательно. А что, они типа одинаковые, что ли? Ну, как бы нет. А вот тут, видите, как будто бы одинаковые. Но нет же. Хотя, кстати, там 71 урон. С другой стороны, здесь 20 урон живые существа, еще барьер. А там крит. Черт. Хм. Слушай, а получается, в принципе, не так-то уж и крут. 14% к криту. Я прям даже и не знаю. Ну ладно, пускай пока это будет. Я змеиный клинок не буду выкидывать. Как-то же обдушит. Так. Железный бык. Ну-ка. Это все фигня. Оскверняющая руна. Черт, я ее не выдеру. Не выдеру, точнее, оттуда. Как он хоть выглядит-то? Тупо выглядит, если честно. Странно. Дар от Сагор. Фигня, но вот навершие с бубенчиком я с собой возьму. Распыляю. Алибарда. Надо выдрать из нее вообще все. Если, кстати, кому-то интересно описание этого большого магического топора, то, пожалуйста. Выглядит он не совсем так. Там потом лезвия материализуются из магии. Так, меч Чарис. Это надо... Опять же, про красный лириум. Слушай, ничего так выглядит очень эпично. То есть это красный лириум, лишенный всех своих отрицательных приколов, да? Получается. Так, по логике, если. Рукоять, кстати, сюда можно воткнуть. 12 пробиваний брони, а здесь 20 урон живые существа. Бонус к урону против барьера маленький. Ну, если честно, по урону вот этот веселее намного. Вот серьезно. Намного веселее. Потому что здесь 84 урона, плюс еще 8% атака, плюс 12% пробивания брони, плюс 2 силы. А тут 77 урон, конечно, 20 урон живые существа. Но что имеется в виду 20? Добавляется к урону 20, я так понимаю, да? Ну, будет 97, да? Плюс 8% к урону против барьера. Лечение против убийства, а здесь еще пробивание брони. Ну, нет, если честно, в сумме вот этот повеселее. Вот этот неплохо против магов был бы. Может быть, потому что барьер. Но. Давайте, вот, где у меня там был этот самый Блэкул? А у него то же самое. Мне же одинаковый, я же им одинаково сделала. Чёрт! Прям-таки даже не знаю, что и делать. Ладно, что с посохами? Посох Айдена. Ну. Для Вивьен он, конечно, еще более-менее подходит, но я не хочу ей ничего давать, если честно. Абсолютно никакого желания. Так, а Дориан. Во, кстати.
Блин, жуткий. Так, но ты не могла как-то улучшить дизайн, чтобы он не так прям ужасал. Так, смотрите-ка, 20... А, это убирается моя... Или нет? Подожди, ну-ка поставь. Где мой? Где мой был? Здесь 15 криту. Ну, в принципе, магия и крит — это не самое сочетающееся. 4 пробивания брони, а там живые существа. Ну да, чуть-чуть получше. Надо потом выдрать будет оттуда всякие эти самые. Шляпа у тебя, Дориан, зачетная, конечно. Так, и тут ничего. Выкидываем вообще сразу же. Ладно. Так, амулет силы. Это, по-моему, для Солос. Нет, это для Кассандры на этот раз. Так, втыкаем. Все уходит. Так. Ну, пускай будет пока что вот так. И, в общем-то, наверное, мы давайте тут и остановимся. В общем-то, немножечко поковыряюсь тут со всем стафом, который у нас имеется. И, в общем-то, в следующей серии, уже будучи освежёнными, пойдем в ставку командования и разберемся со всем вот этим вот делом. И выдвинемся, вполне возможно, в морозную котловину, конечно, вряд ли. Что у нас тут еще есть? Священная равнина, наверное, тоже пока что нет. Вот не знаю, либо в западный предел, либо в свистящие пустоши, может, и туда, и туда. Может быть, в Эмпрес-Дзелюан сходим, но там вообще такая жопа творится на моей памяти. Не знаю, может быть, кстати, в штормовом... Вообще, вроде в штормовом берегу еще не открылась та дверь, помните, которая ведет в ходы вот эти на глубины тропы. Так что, наверное, нет смысла пока что туда идти. Ну ладно, в любом случае разберемся. И если эта серия вам понравилась, не забывайте поддерживать прохождение и, в общем-то, заглядывайте в группу. Ну, я с вами прощаюсь, всем удачи и до встречи. Пока-пока.